На улице Катерной девушка за рулем автомобиля Nissan Juke взяла на таран грузовик сослуживца. Серьезная авария произошла у разворота на улице Катерной. Девушка за рулем автомобиля Nissan Juke двигалась по средней полосе дороги в сторону Минеров. По словам шокированной дамы, внезапно путь ей преградил разворачивающийся грузовик. Она попыталась максимально уйти вправо, но времени на маневр катастрофически не хватало. Как оказалось позже, девушка врезалась в грузовик своего сослуживца. После столкновения мужчина повел себя странно, убрал машину на обочину и обвинил в аварии рулевую Жука. Уехали ДТП. Да ручник. Ручник не сдержал. А, он сам поехал? Да, воздух. Ага. Поехал. Иду сюда, здесь на скорости. Сзади. Расскажите, как было, что, как случилось? Вы разворачивались? Я поворачивал. Смотрю, машины далеко все. Ага. Ну, повернул. Раз, смотрю, красный подлетает. Ага. Ну, я вот так вот, как знак стоит и шел. Она стукнула сзади и пошла сюда. А вы развернулись, получается, в левую полосу встали? Вот, в эту. Ее тормозного пути нету. Посмотрите. Мужчина лукавит, удар Жучка пришелся никак не в зад, как утверждает водитель, а в правую сторону, практически в метре от кабины. Это значит, что грузовик в момент удара стоял как минимум под углом, находясь в процессе разворота. Возможно, неисправный ручник ни при чем, и мужчина не зря убрал автомобиль с места аварии, сделав картину столкновения, на первый взгляд, неоднозначной. Все становится очевидным благодаря камере видеофиксации. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у девушки сотрясение мозга и множественные ушибы. Водителя Хина увезли на медосвидетельствование на предмет присутствия алкоголя в крови. Разбитого Жука поздно вечером забрал с проезжей части эвакуатор.